Команда Роттерхэм играли со Скандропом, проиграли 8-2. Ну, проиграли, скажем так, по делу, потому что, ну, были очень большие разрывы между линиями, напропускали, вратарь не спас где-то в каких-то моментах. Ну, ничего, будем еще работать, исправляться. Всем удачи, всем спасибо. Хотя дисциплинированно придерживались тактики на игру, и после двух забитых мячей взяли игру под свой контроль и завершили ее до решающего результата, который зафиксировали. Нанесение номеров и эмблем Sportprint M